И здравствуйте, друзья! С вами Феникс, и у нас сегодня на рассмотрении первый взгляд на игру под названием Триалы Эволюшн. Действительно, в мире аркады уже давным-давно чего-то такого стоящего и хорошего не выходило, и вот наконец-то появилась игра под названием Триал Эволюшн. У нас на рассмотрении Gold Edition, то есть с какими-то DLC возможными, но нам, в принципе, пока это не важно. Действительно, аркада удалась, очень отличной гоночки. Кто помнит, кто играл на Денди, помните, была такая игрушка, как же она называлась, там можно было на мотоцикле ездить, прыгать, там у вас еще, правда, были соперники, можно было делать различные сальто, перевороты, да и, в принципе, на Сеге, по-моему, что-то подобное было. Так вот, компания Ubisoft нас порадовала вот Триал Эволюшеном. Игра действительно доставляет, сделана с отличным юмором, с отличной музыкой. Вы наверняка слышите классный рок с ведущей, который, когда вы там делаете взрывы или перевороты какие-то, кричит вам что-то. Это вообще потрясающе. Давайте посмотрим. Так, у нас есть три варианта вариаций наших действий. Можно зайти в гараж. В гараже можно одевать нашего персонажа. Так, ну как я понимаю, мы только начали и можем... Ничего не можем одеть на нашего персонажа. Можем менять только цвет наших, допустим, перчаток. Допустим, давайте сделаем так. Что-то они цвет не поменяли, нифига. Ну окей, допустим. Нет, что-то не поменяли. Или что-то другое поменялось. Ну ладно, неважно. В общем, кастомизировать нашего персонажа мы можем. Также мы можем будем в дальнейшем открывать различные ботиночки, сумочки, шлемики, смотрите. О, шлемиков-то очень довольно и много. Смотрите, о, можно такую, но у меня денег не хватает. Мы будем проходить миссии, уровни. За уровни мы будем получать валюту. Вот на эту валюту мы будем здесь покупать... Вот такие вот различные вещи для нашего персонажа. Помимо того, что мы... Ой, опять зайдемте, давайте в гараж. Помимо того, что у нас мы можем кастомизировать нашего персонажа, мы можем покупать здесь мотоциклы. Мотоциклов, как видите, пока вот такое количество. Но, зайдя в мультиплеер, я думаю, там разблокируете еще какие-то мотоциклы. Пока нам доступен вот такой мотоцикл, 125 кубических сантиметров. А, кастомизировать мотоцикл тоже, что ли, можно? О, прикольно. А, можно апгрейды различные, смотрите. Ага, нужны права категории B и 25 медалей. Вот, вот тогда мы сможем вот какие-то тоже апгрейды вешать на наш мотоцикл. Ну, это сделано довольно забавно, интересно. Так, колеса там различные. Ну, возможно, будет увеличиваться сила там, скорость нашего мотоцикла. Ну, 125 кубических сантиметров, это довольно, кстати, я скажу вам, если по реалу, довольно такой, скажем, неплохой мотоцикл. Для начинающего это вообще бомба. Быстрый, жужжащий и стремящийся вперед. Ну что ж, друзья, наконец-то давайте приступим к гонкам. Здесь у нас есть Металлоград. Это здесь разные вариации уровней. Как видите, их довольно достаточно очень много. И вроде бы кажется, здесь есть вот турниры какие-то, арены навыков. Да, режимов, как видите, в игре очень достаточно много. Самые верхние это самые простые, так назовем их. Они с каждым уровнем все там уровни будут повышаться и повышаться. А самые нижние это, как бы так сказать, вот есть арена навыков. Допустим, в арене навыков у вас, допустим, там есть режим, где у мотоцикла не бесконечный бензин. И вам нужно как бы ни разу не упасть на своем мотоцикле. Помимо этих верхних режимов, там падать сколько угодно можно. Здесь же такого нет. Есть же режим турнира. Там, возможно, на время что-то надо будет делать. То есть для аркады это действительно очень круто сделано. Ни в одной другой игре такого нету. Здесь же это, блин, здесь просто потрясающе это все сделано. И когда я сюда зашел первый раз, я сказал, вау, ну нифига себе. Также, помимо этого, мы зарабатываем медали. Серебро, золото и медь.
Ну, давайте. Самый первый – это экзамен на права водителя-стажера. Ну, там просто все легко, там объясняет, как вам что делать, какие кнопки нажимать. Назовем это туториалом. Так, ну, вот есть у нас проще простого, прошел я на 25%. Видите, их тут всего вот несколько карт. Вот и некоторые прошел уже. Золото, медь, вот опасные дюны. Давайте попробуем. А, так, доступен нам пока только этот мотоцикл, да. Хочу уже следующий. Ну да ладно. А, давайте на этом мотоцикле покажу. Вот такой адский бобер у нас на заставочке. Все сделано в режиме такого, знаете, отличного юмора. Можно выпрыгивать с мотоцикла, лететь там и порхать, как птичка там. Причем вот, начинается, друзья, смотрите, это полный хардкор. Графика выкручена, по-моему, на максимум. Или тут нельзя выкручивать. А-хо-хо-хо! Ё-моё, вы это видели, этот прыжок. Ох ты, что-то я закрутился. Ну давай, вставай, вставай, чувак. Оу, спрыгиваю с мотоцикла, надо нажать backspace. Продолжаем. То есть в этом режиме мы начинаем с контрольной точки. Я думаю, эта штука на нас упадет. У нас здесь постоянно будут преследовать то бомбы, то еще что-то. Ох ты. Так, мы живые, живые, живые. Игра действительно заставляет нас просто радоваться, орать от счастья. Задний планик тоже отлично выпустил. Ubisoft постарались на ура. Можно вот так вот выпрыгивать и порхать. Я птичка, смотрите. Можно, по-моему, вперед нажимать, смотрите. Он сопротивляется, смотрите, он... Ай, давай, чувак, ты встанешь. Ай, порхай, как птичка, чувак. Нет, не хочет. Давайте, бэкспейс. Так, переворачивайся, авария. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Опять бэкспейс. Так, как мне пройти это место? Управление сверхлегкое. То есть, вот про то, что я говорил, помните, Дэнди, вспомните Дэнди. Там были такие игры. Еее. Бум, и вот такой вот у нас получился финиш. За это мы получили бронзовую медаль. А с каждым уровнем, с каждым разом вы можете перепроходить уровни. Вам, если вы хотите золото или больше денег, вам придется перепроходить эти уровни. Давайте начнем следующий уровень. Опять выбирайте этот мотоцикл. Хочу уже следующий. Игра действительно доставляет больших эмоций. Уровни все разные, по-разному. Также, зайдя в мультиплеер, там игроки могут в редакторе строить свои карты, предлагать своим друзьям проходить их. За это вы будете тоже получать поинты. Куда я полетел? О, я еще на ногах. Лети, лети, птичка. Видите, полностью все в 3D. Мой мотоцикл, он застрял аж там. А я вот так вот... Вот так вот сжиматься можно, вот так. Ой, я птичка. Так, ладно, птички, поехали. Оу! Разгоняемся и оу! Делаем вперед сальто. Ой, что-то я переборщил сальтом. Ой, я на ногах, я еще еду. Я еще еду, я еду на спине, но я еду. Вот мы приехали. Сейчас попробуем сделать какой-нибудь... Найдем большой-большой трамплин. Воу, такие американские горки постоянно нас удивляют. Ух ты, ёлки-палки. Постоянно нас... О, вот этот трамплин, я на нем сейчас улечу. Катапульту сделали. Друзья, это действительно доставляет. Всем советую. Какие взрывы. Ох ты, опять я с сальтом переборщил. Да что ж такое-то, ну. А, я прошел туры. Оу, поехали дальше. Оу, блин. О, я еще живой. Нет, я слетел. Ковырок, ковырок. Оп, я еще лечу. Оба, оба. Оп, оп, я на финиш доскочу. Я на финиш, нет, доеду. Ладно, еще раз одна попытка. Надо тут просто на финиш съехать.
Залетаем просто. Чё, так нельзя на финиш приезжать, нет? Надо обязательно, обязательно, друзья, на двух колесах приехать на финиш. То есть каждым уровнем все чуть-чуть сложнее и сложнее уровни становятся. У нас на финише ждала мина. Бум. Вот с таким юмором, друзья, сделана игра. Действительно, игра доставляет. Так, что, у нас еще одна миссия осталась в этом... в этом начинающем. Чтобы ее пройти, получить голду, может быть, на что-то нам, на какую-нибудь каску хватит, а может быть, на следующий мотоцикл. О! И как это переезжать? А, оно само откроется. Ух ты! Да, друзья, игра доставляет, действительно. Ух ты! Ух ты! Ух ты! Задники тоже, обратите внимание, что там какие-то машины движутся, могут там что-то взрываться, вон там время показывается какое-то, наверное, в которое я еду. Хочется сальто где-нибудь. Ай! 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 Зря я сальто начал делать. Вот так вот. И воу! Летим! Ух ты! Как, я удивляюсь, как эти колеса просто друг от друга не отрываются при таких приземлениях. Воу! Воу! Ну, это какая-то слишком легкая миссия. Все вроде бы в 3D, но мы всегда едем по одной сплошной линии. Финиш! Ух ты! Я уже серебро получил, я уже не так... Все даже похлопали. Что ж, друзья, мы прошли какой-то вот этот первый уровень, и нам, наверное, скоро... А что нужно? Медаль, которую можно разблокировать, экзамен... А, нам надо какую-то, как-то пройти вот это вот на 100%, то есть где-то получить золотые медали. Ну что ж, друзья, я вам покажу режим арены навыков. Режим арены навыков, здесь мы будем выполнять различные вещи, то есть от нас чего-то здесь требует обязательного, в обязательном порядке. Здесь какой-то фристайл. Я нажал какой-то фристайл. О, а где мой мотоцикл подо мной? А, это лыжи. Друзья, мы на лыжах. О-хо-хо! О-хо-хо! Вот это сделано забавно! Воу! Ой! Все, закончился наш режим лыж. То есть вот такие вот есть приколы. То есть здесь абсолютно игра не ограничивает нас одним мотоциклом, видимо. А я играл, вот, нет бензина. Я сейчас вам его покажу, этот режим. Здесь нашего мотоцикла ограниченное количество бензина, и нам надо доехать до финиша. И ни разу не упасть с мотоцикла. Это вообще какой-то хардкор, друзья. Вот, ну нам, смотрите, мы на каком-то другом мотоцикле, не на нашем. О-о-о-о! Он какой-то скоростной! Ой, верните мой тот старенький! Ой! Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой! Я живой, я живой! А, между прочим, отличный саундтрек у игры! Вот до сюда я дошел, друзья! Действительно, игрушка очень доставляет, и всем я советую в нее поиграть. Trial Evolution действительно, блин, ну реально эмоции просто дичайших. С HD графики, просто графика тоже действительно на нормальном уровне. Отличный юмор игры. 8 из 10, друзья, ставлю этой игры. Потрясающая игра, всем советую. А с вами был Феникс, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, всем счастливо, всем пока, играйте в отличные игры, пока-пока.